Сегодня мы приготовим с вами любимый салат. Для приготовления этого салата нам понадобятся крабовые палочки, 5 штук, я их уже предварительно нарезала на кружочки, 2 свежих помидора, листья салата, 2 куриных вареных яйца, сыр твердый, натертый на мелкой терке. И для заправки нам нужно будет майонез, горчица в зернах, маленький зубчик чеснока. И для украшения сухарики. Домашние сухарики, просто засушенные в духовочке. Итак, листья салата мы нарываем мелкими, небольшими кусочками. Так, салат мы уже приготовили. Теперь будем нарезать вареные яйца. Нарезать такими небольшими полосочками. Добавляем до листья салата. Следующим мы нарезаем свежие помидоры. Помидоры мы нарезаем небольшими кубиками. Добавляем помидоры к нашему салату. Следующие у нас пойдут крабовые палочки. Я их уже предварительно нарезала на кружочки. Делаем заправку мы для салата. Для этого мы берем майонез 50% жирности. Можно любой. Для любителя. В него добавляем мы пол чайной ложки французской горчицы и маленький зубчик чеснока мы натираем на терке и перемешиваем мы нашу заправку. Добавляем салат, заправочную смесь. Перемешиваем мы наш салат.
перемешали мы наш салат хорошо. Теперь присыпаем натертым сыром. И сверху еще украшаем сухариками. Ну, сухариками мы украшаем перед самой подачей. Вот такой салатик у нас получился. Приятного аппетита!